Ну, броша и члена ее дочка в своих видео часто нам показывают очень э, всякие смешные одежды, которые они сами носят и предлагают людям купить. Но в своем последнем видео Брошка показала нам какое-то платье, она им очень хвасталась и говорит, что она его одела для того, чтобы пойти на какой-то обед вместе с друзьями электриками. Рика. Когда я посмотрела на это платье, мне показалось, что она оделась для того, чтобы идти в кровать, ну, спать, это ночнуха. Или это накидка на пляж. Вот на платье вот эта вещь, она никак не тянула. Ну, во-первых, она брошки жутко не идет. Она ее сделала там на 5 размеров больше, и белый цвет, он старит. Когда тебе за 50, ну, белый цвет, наверное, лучше и не носить вообще, ну, она оделась вот в это платье и пошла на обед вместе с друзьями Рика. Ну, я помню, что есть такая фотография, где члена, ее дочка, оделась вот реально, реально в пижаму. И в этой пижаме она приколола там какие-то перья к ней, и она в таком виде пришла в ресторан на встречу с братом Троя и его семьей. Вот как вы думаете, что это? Это пижама, это накидка на пляж, или это все-таки платье? Я склоняюсь к накидке на пляж пижаме, но ну, а потом броша еще лежала у бассейна в этой богадельне, где они сейчас с риком находятся, и выискивала среди вот этих пенсионеров может, какого-нибудь там свободного вдовца которого бы можно было сосватать ее сестрице этой глухонемой тоже Юльке. Ну, глухонемая, потому что у нее нет английского языка вообще. И она вот сидела, снимала там какого-то мужичка, говорит, ой, какой-то мужичок идет, а, ну, жалко, что с женой. В общем, короче, у броши и у члены у них на уме только одно.